Здравствуйте. В студии телекомпании Надежда Трифонова. И рядом со мной главный ветеринарный врач Мытищинского района Дмитрий Иванович Клейменов. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Добрый вечер. Сегодня в рамках передачи «Диалог с властью» мы поговорим не только о том, что касается профессии Дмитрия Ивановича. Недавно в Мытищинском районе была создана новая общественная организация «Совет почетных граждан». И вы, Дмитрий Иванович, как почетный гражданин Мытищинского района, стали ее участником. Дмитрий Иванович, почему возникла необходимость в таком институте? Вот ваше мнение. Ну, я сначала расскажу о том, что 32 года назад почетные граждане стали в Мытищах. Их всего 65 человек присвоено. Значит, 31 сейчас в строю, то есть те, которые ходят и могут посещать. 46 осталось людей, но не все могут, так сказать, участвовать в этих делах. И недавно состоялось наше заседание почетных граждан, вот как раз все те, кто первая могли. Встреча, да, ваша. Первая встреча была, и значит, и город, и мы решили как-то взаимодействовать, поскольку этот институт почетных граждан — это все-таки, ну, можно сказать, боевая единица. Дело в том, что в числе почетных граждан там, ну, скажем так, великие районные деятели. Там и директора заводов, там и два председателя исполкома Мытищинского городского совета. Вот. Это люди, которые умудрены опытом. Там и другие люди, которые отдали много, и медики, и вот ветеринары, и библиотекари, и аппаратчики, управленцы. Вот. Это люди, которые обладают большим опытом. Все они, ну, как минимум 40, а то и 45 лет проработали в Мытищинском районе и помнят еще Мытищи, ну, таким зачуханным городом, скажем так. Слово «мытище», «грязище» и «вонище» – это было синонимом. Сейчас никто этого не скажет, стыдно станет любому. Вот. Я помню еще времена, когда возле станции «Мытище», вот где сейчас автовокзал чуть-чуть левее, там была огромная лужа, она никогда не высыхала. И там свиньи плавали, и гуси, и утки. Уверяю вас, это зрелище надо было сфотографировать. Да. И сейчас смотрите, какой красавец город. Да, сейчас даже не подумаешь об этом. Вот. Это мои, так сказать, старческие воспоминания. Вот я вам, чтобы не быть каким-то там голословным, здесь у нас положение, уже мы его приняли, сейчас его должен утвердить глава администрации. Значит, совет создан из почетных граждан Мытищинского района, вот, и по совместному решению он будет заниматься общественно значимых проблем муниципального района. Совет является консультативным органом и не входит в систему органов самоуправления. Он не является юридическим лицом и действует на общественных началах. Из бюджета он не возьмет ни копейки, так что не надо думать, что вы тут собрались на хлебники и хотят откусить кусочек от бюджета. Нет, мы этого не хотим. Основная цель и задача совета, если хотите, я быстро процитирую. Это конструктивное взаимодействие населения с органами местного самоуправления, выработка программ развития Мытищинского района, повышение уровня жизни и безопасности граждан. Кстати, там бывший начальник УВД товарищ Тарабрин тоже входит. Угу. То есть тут уже собрался весьма солидный костяк. Все направления. Да, 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 да. Можно сказать, видимо, что когда, освещены, когда да? присваивали, наверное, уже думали наперед, что надо взять туда людей, которые составят. Задачами совета является активное участие по определению приоритетных направлений. Организация просветительской и воспитательной работы, особенно с молодежью. Сохранение и приумножение духовного и исторического наследия. Доведение до сведения жителей смысл и цели тех решений, которые принимаются в органах самоуправления. Вот. Ну, тут содействие в решении вопросов, связанных с благоустройством. Вот. Совет подготавливает предложения и организует работу по обеспечению социальной защищенности почетных граждан. Совет оказывает содействие, связанное с благоустройством и содержанием города. Вот. Состав совета формируется на добровольной основе из числа почетных граждан Мытищинского района. Председатель совета и президиум в составе 7 человек избирается из состава совета сроком на 2 года. Угу. Собственно говоря, вот я хочу сказать еще вот что. Президиум 8 человек.
Железкин, это у нас наш народный артист. Значит, тут Забродин Валерий Иванович. Кстати, он не начальник, а председатель этого совета. Угу. Это бывший директор Перловского опытного завода. Ну, по сути дела, атоммаш. Угу. Вот. Киселев, председатель. Радзивиллов, бывший управляющий трестом газового хозяйства. Вот. Сошин, наш, так сказать, знаменитый товарищ. Пирулина Валентина Ивановна, она трижды была председателем избирательной комиссии. То есть это очень уважаемый человек. Она была заведующей отделом в горкоме партии. Это очень проверенных, хоть мы иногда ругаем коммунистов, среди них есть весьма неплохие люди. Ну, естественно, как я уже вам говорил, два человека там, бывшие председатели исполкома. Вот. Это, так сказать, Константин Васильевич Прокофьев. Вот. Это, так сказать, великий человек. Я помню, при нем только 200 тысяч квадратных метров мы стали строить жилья. Город при нем похорошел. Угу. Вот. И Максяков, это человек, который, по сути дела, пробил своей грудью и лбом строительство Дома культуры. В те времена подписывал председатель совета министров такие дела, Косыгин. Он дошел до него. То есть люди все, в общем-то, хорошо известны уже, люди, да. Да, в районе и уже внесшие какой-то вклад в серьезный его развитие. Вклад, да. И сейчас как собирается этот совет работать? То есть это будут какие-то мероприятия, какие-то, может быть, решения, постановления выноситься? Как вы сможете влиять, опять-таки, на принятие решения властью? Я вам скажу, на сегодняшнем, на первом заседании, значит, присутствовал товарищ Чураков. Значит, это первый зам главы администрации. Главу вызвали в Москву. Вернее, это правительство, и он с удовольствием говорит, был бы, но не могу. И вот сам товарищ Чураков, значит, он очень доволен, что этот совет организовали. Послушать, ведь же есть совет старейшин при правительстве страны. Они, так сказать, может, они что-то выскажут не так, но, по крайней мере, они выскажут и дадут какую-то мысль молодым нашим товарищам, руководителям. У нас же молодежь сейчас командует районом. Вот, и послушать, так сказать, ну, уважаемого человека, который прошел. Ведь в те времена очень трудно было работать. Я вот вспоминаю и Прокофьева, сколько ему доставалось от партийных органов. Они же требуют «давай», а давать-то нечего. Есть же предел чему-то. И Максякову выговора объявляли, тоже доставалось ему бедному. Он старался как мог. Но ведь партия, она у нас и требовала, и била. Ну, может быть, иногда и несправедливо, но это все было во имя высоких целей. Вообще так исторически, да, сложилось, и раньше-то были вот эти советы старейшин, да, вы упомянули. Всегда когда было. У людей за плечами какой-то опыт, и они могут вот этим помочь. Так вы посмотрите, на Кавказе совет старейшин, да без них никто ничего не решает. Угу. Это мы как-то, или в деревне в старину старики соберутся, поговорят, это же были уважаемые люди. И пора к этому, наверное, возвращаться. Дмитрий Иванович, а вот лично вы вот в первую очередь на решение каких вопросов хотели бы свои силы направить? Ну, в первую очередь на развитие сельского хозяйства. Я вам вот скажу, что сейчас как-то немножко правительство Московской области развернулось в сторону сельского хозяйства. Вот буквально уже два совещания было проведено. Вот, коллегии Минсельхоза, и я там недавно выступал. И что меня обрадовало, я там несколько предложений сделал, вот, там по ликвидации яловости, там, я был когда во Франции, и там интересный метод, методом УЗИ они определяют стельность коров уже в 12 дней. То есть тут уже можно, ну вам это может не интересно, но то есть это идет проблема яловости, то есть чтобы корова больше телится, больше молока дает, больше приплода поголовья растет. А поголовье мы здорово упали, особенно по коровам. Вот. И смотрю, уже и прибор купили, дали команду. Вот. Там есть товарищ Барсуков, значит, заместитель председателя правительства. Он так очень прям в лед все берет. Я там несколько предложений сделал, уже завертелось, заработало. Они сейчас меня потребовали, значит, программу, как это все делать. Я им накидал на трех страницах. И, откровенно говоря, это впервые, чтобы так быстро заработал аппарат. Обычно говоришь, и там хоть это, стенку лбом пробей. А тут прям буквально в лед все берется. Мне это нравится.
Дмитрий Иванович, а только в Мытищинском районе существует такой институт или где-то в других муниципалитетах тоже? И будете ли вы осуществлять взаимодействие и, может быть, как-то тоже и в области сможете влиять на областные власти? Ой, ну слушайте, хватит района. Дело в том, что я знаю точно, что когда мы были в Одинцовском, в Домодедовском районе, и я там встретил директора Гулько, знаменитый наш директор, у него 7 тысяч коров, надой почти 7 тонн, не почти, а 7 тонн. Этот одно хозяйство доит больше, чем вся Тамбовская область. Ну, а мы с ним давно корешкуем, и я ему говорю: слушай, я вот тут решил похвалиться. Он говорит: так мне тоже вчера дали, так сказать, почетного. Вот, то есть это, видимо, везде в районах есть. Угу. Вот. Ну, как они там будут работать, дело ихнее. Набор, так сказать, в районе пока, свои дела. Пока да. Планы в районе. Ну, да? Там, наверное, есть почетные граждане области. Наверное, угу. Пусть они там кувыркаются угу. сами. Угу. Нам зачем их учить? То есть пока речь так вот о взаимодействии. Да, пока еще нет, не но идет. Нам бы в районе, так сказать, это, угу. порешать свои вопросы. Ну, я думаю, что наш телеканал еще не раз коснется темы деятельности новой общественной организации. Сейчас хотелось бы перейти к другой. Проблема бездомных животных. Она не раз поднималась и жителями, и властью. Но всегда вот почему-то забывается, что вот эти вот бездомные животные или там их родители – это бывшие домашние питомцы. Вот человеку, который решил в дом взять, допустим, щенка, да, что ему в первую очередь нужно, о чем думать? Вы знаете, я уже 41 год главный утрач района, уже, наверное, старше меня, и, наверное, в Союзе никого нет вот, по длительности пребывания. И вот все эти 41 год мы говорим об этих бродячих собаках. Вот. Если раньше было такое жесткое законодательство, было, например, кошка или собака без поводка и без намордника, считается бродячей и подлежит уничтожению. Конечно, может быть, по сегодняшним меркам это варварское, так сказать, мероприятие и закон. Потом начали смягчать, и сейчас досмягчались до того, что на сегодняшний день отловить собаку без ущерба для закона и без ущерба для ловца, который... Весьма трудно. Значит, в одно время вообще запретили отлавливать, поставили вопрос, что ее нужно отловить гуманным методом, потом ее нужно чуть ли не полгода держать где-то в питомнике, и через полгода она только становится муниципальным собственностью. Ну да, сейчас такое. Да, 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 и попробуйте вы ее потом. Но давайте здраво рассуждать. Мы в былые годы отлавливали более 1000 голов. То вот представьте себе, если сейчас этих 1000 голов запереть в питомнике. Ну, прежде всего, где этот питомник разместить? Если только вот здесь вот возле вас, тут, вы тогда отлаивать здесь вымрете, все и спать никому не дадут. С одной стороны, благое намерение, вот, а с другой стороны, как это сделать? Вот сейчас наши, тут у нас есть ну, группа небольшая, вот они решились этим заняться, они карантинируют собак аж во Владимирской области. То есть они их отлавливают, грузят в клетки и везут туда. Ну, у них, видимо, там с площадями получше, ну и, наверное, подешевле. Все-таки у нас цены в 2-3 раза выше на любые услуги, чем там. Вот. Они уже где-то около 100 голов отловили. Ну, вы понимаете, 100 голов, у нас сейчас, по крайней мере, 500 голов бродит как минимум собак. Вот, даже вот у меня в ветлечебнице сегодня женщина пришла, я ей дал машину, чтобы ее довезли до автобусной остановки. Она боится выходить, там две собаки гуляют. Вот сейчас попрошу их, надо бы их будет отловить. Вот. Понимаете, все это идет от нашего бескультурья и, наверное, какой-то расхлябанности. Я 5 лет пробыл за границей, практически во всех странах Европы. Там, ну, чтобы кто-то бросил собаку, или там что-то, это вообще нереально. Уж о чистоте там и все. Я вам расскажу, например, вот в Израиле всех собак исследуют на ДНК. И когда находят где-то кал, то берут и тут же проверяют ДНК. Ну и тут же находят владельца, по компьютеру, да? Да, на владельца. Шалом, господин Рабинович, с вас 300 шекелей.
и вопрос отпали. За то, что собачку потеряли, за то, что ты, да, да, потерял, и она там накакала на газоне. Вот и все. Четко, грамотно, умно. Ну, евреи народ умный, вы знаете. У них все по порядку. Вот. Мы в этом плане, значит, так, имеешь... Смотрите, сколько сейчас бродит собак с ошейниками. То есть их кто-то бросил. Вот сейчас весна, дача, их заберут, потащат на дачу. Дачный сезон кончится, сентябрь-октябрь. Выезжает из машины, выбрасывает, и все. Мы создаем вот это все для себя. Вот сейчас, вот особенно ветхий фонд сносят, там, бабаньки. Мы как можем помогаем в этом плане. Вот звонит бабушка, не нужна собака. Старенькая, вот уже 12-15 лет, уже неизлечима. Бабанька, не выбрасывай, мы приедем, заберем, усыпим, кремируем. Вот с бабками проще решать любые вопросы. Но молодежь, это просто охалтелые какие-то. Вот. Сегодня имею, завтра выброшу. Доченька или сыночек, мама, хочу щенка, пожалуйста, но щенка надо утром выгуливать. И вечером тоже. И вечером и тоже. Днем желательно. А он же, что утром рано встанет до школы, что ли, его в школу не растолкаешь. Вот. И в итоге, а потом мама не нужна, много ест. Собака ведь что зря тоже есть не станет. Вот. И в итоге что? За шиворот на улицу. Мы всегда убеждаем, приходите к нам, сдайте, у нас есть клетки, подержим, может, кому-то устроим. Ну, что сказать про питомники? Я лично в эту... Сейчас, кстати, вот на территории Мытищинского района тоже появились такие, они себя называют волонтерами, да, они за собственные деньги вот вылавливают этих собак, вводят в ветеринарные клиники, их там лечат, потом пытаются пристроить. Да ради бога. Может пусть, быть, вот это как-то начинание можно поддержать? Пусть приходят к нам, поддержать. Мы бесплатно вылечим, бесплатно привьем. Я вот при всех говорю, это обещаю, если это волонтеры, дай бог. Но что-то я не верю в это все. Понимаете, вся эта самодеятельность художественная, она, ну, тут нужен государственный подход, чтобы это было постановление правительства, района или области, чтобы это все было поставлено на базовую основу. Потому что, ну вот, 2 года практически отловлю, мало кто занимался. Но мы немножко, вот там приносят, не нужна, усыпим. Кто-то там надоело, усыпим. Где-то там кто-то, не нужна собака, вот поймал я ее, она там кусается, дерется. Усыпим, голову направим в лабораторию, чтобы только исключить бешенство. Угу. Вот каждую неделю, каждые 2-3 дня, ну вот сегодняшний пример. То есть даже... кошка убежала. Месяц назад недавно пришла домой, вся искусанная, изгрызанная, дней 8 назад. Они что-то ее пытались погладить, она их всех перекусала. Ну вот и думай, что хочешь. Содержать ее в карантине – это долгая история. Бешенство может наступить, не наступить. Ну что, усыпили ее, направили голову в лабораторию. Завтра к 2 часам будет известно. Бешенство, женщина, бешенство, да, бешенство, да? Или нет. Женщина в трансе, ее колотит, ей тут 8 уколов надо делать, она вся прям плачет, мужа тоже искусала. У них, оказывается, еще 3 кошки, и все не привиты против бешенства. Ну, ребята, ну куда? Безответственность, конечно, такая владельцев. Иногда просто интеллигентные люди с высшим образованием. У некоторых даже 2 образования, одно из них юридическое. Уж казалось бы, им-то чего не хватает ума-то. Какая-то наша духовная ленность. То есть в первую очередь, если заводишь какое-то животное, я так понимаю, вы к нам призываете на прививку, и к мы ветеринарному ее врачу на, да, консультацию. Да. Консультацию и привьем, причем 2 раза паспорт выпишем. И тогда все снято. Расскажите, как и вы знаете, вот все, что делать, случается, это, как правило, у людей с непривитыми животными. Это вот как какая-то прям фатальность. Это о чем происходит? Человеку все до феньки, и животные, и своя жизнь, и все. А ведь умирают люди от бешенства. 140 человек в стране умерло. А по Московской области какова ситуация? По Московской области где-то порядка 200 случаев бешенства. Смертей, слава Богу. Это за год 2012. За год, да, да, да. Но у нас пока в этом году нет. В прошлом году было 2 случая. Вот. Но это, в Мытищинском это, районе. Да, забежали в Марфино. Угу. Забежал лиса. Сейчас в основном это лисы бешеные. Выскакивает, дерется с собакой, заражает ее. Вот, и мы его вакцинируем, но поезд ушел, потому что если она укусила ее за челюсть, там до мозга 10 сантиметров, а 10 сантиметров вирус проходит за 1 день, то есть поезд
уже ушел. А люди... Такая же история у людей. Не страдали от этого заболевания? Люди страдали, но дело в том, что люди сразу идут в медпункт, и там им сразу антигены прокалывают. Ну, антирабическое лечение, проще так. Люди еще как-то, когда укусят за руку или за ногу, то тут еще есть время 3-4 дня, так сказать, у человека, чтобы этот вопрос снять. Ну, давайте вот вернемся все-таки еще к теме бродячих животных. Допустим, если бы, я так понимаю, что проблема в площадях на территории Матичинского района, если, допустим, волонтеры, да, включились в эту работу, но им нужно тоже какую-то, наверное, площадь, помещение, что-то. Вот насчет может. Того, чтобы их поддержать, вообще, в принципе, такой пусть возможен они ко мне диалог. Приходят, поговорим, побеседуем. Понимаете, ведь чтобы отвести землю, нужен заказчик. Это земля, это же бешеные деньги, сколько она стоит у нас. Кто это так вот даст в руки волонтеров? Вот. Второе, это должна быть какая-то подрядная организация. А волонтеры могут что? Приходить, кормить, да, кормить, ухаживать, убираться. Может быть, там через компьютер сообщать людям, искать. Нужна собака, да, приходите, мы вам ее подарим, отдадим. Все равно какой-то это штат там должен, да, конечно, содержаться. Конечно, это охрана, это уборка, это с ними возни, ой-ой-ой, это, знаете, так кажется. Не зря же Лужков говорил, что содержание одной бездомной собаки в питомнике обходится столько, сколько одного солдата в армии держать. Это ведь так? Ну вот давайте подведем такой итог по бездомным животным. Вот вы лично какие меры видите по решению этой проблемы? Ну, вот первое, на сегодняшний день я что призываю можно сделать? Людей быть умнее, внимательнее, аккуратнее. Вот помните, какой это у Есенина никогда не бил по голове собак. Вот. Второе. Если заводишь животное, то уж береги его, делай прививки, все. Тем более прививки против бешенства делаются бесплатно. Я об этом уже 40 лет говорю, и пока еще молитва до Бога не доходит. Приходите, всех привьем. Мы даже вот сейчас тепло наступит, мы 5 точек по городу делаем вакцинации животных. Люди приходят, мы бесплатно прививаем, даем им книжечки. То есть вы прям выезжаете на какое-то совершенно место. Совершенно верно, с у нас уже эти точки а уже. А можно их назвать? Ну, одна точка вот здесь на Летной, одна точка в Дружбе, одна в поселок Старых Большевиков, одна Химгородок, что я забыл. Это мы публикуем по телевидению, публикуем в газетах, публикуем по радио. Перед тем, как будете совершенно выезжать, верно, что да. Вот мы в это время. Ну, вы знаете, ну вот Дружба приходит, там иногда человек под стоп выходит, да. Ну, вот Летная еще, а остальных 30-40 человек. Мы даже в деревнях во всех организовываем прививки. Машина подъезжает, приходите, товарищи, все. Ну, 20 голов, если придет, самое большое. Вот, и то приходят те, кто там старушки. Вот старушка у нас самоорганизующая сила мобильная, да. Что молодежь, это просто это неуправляемый, так сказать, этот хаотизм. Так, и вот кроме призыва к тому, чтобы быть более ответственными, что еще можно как на эту ситуацию, ну что, по вашему мнению, нужно повлиять? Как-то все-таки изменить. Ну, может быть, ужесточить как-то, я как ветврач не могу этого сказать. Тут недавно меня спрашивали вот про этих дог-хантеров. Да, кстати, тоже вот одна проблема, дог-хантеры, это другая крайность такая. Ну, я скажу, вы знаете, наверное, это люди не столько все какие-то там садисты, некоторые просто от отчаяния. Ну, все мы ездим на автомобилях, нас не укусят. А вот те, кто ходят пешком, им сложнее. Понимаете, жизнь из окна автомобиля, она кажется, чуть-чуть лучше. Нередко же ведь страдают, на самом деле, и домашние животные, подобрав эту отраву. Ребенок идет. А ребенок может отравиться, ну, да? Ну, я не думаю. В основном они используют... Как, потрогал руку в рот? Нет, они используют, как правило, изониазид. Это таблетки, которыми лечат туберкулез. Вот, других ядов особенно не достать и вряд ли. Хотя сейчас сварят химики вам из 2 таблеток аспирина и что-нибудь еще там. Вон наркоту-то варят, черт знает из чего. Вот. И это все закладывается в сосиску, 4-5 таблеток собака съедает, и у нее с кровохарками она умирает прямо на глазах через 30-40 минут. Конечно, это издевательство. Но
Я с ними ни разу не сталкивался, но вот, как объясняют мне другие, это вот от отчаяния, что где-то живут на дачном поселке, где-то живут в деревне, где-то нет прохода от них, и вот они таким образом поступают. Он помнит, да, даже возле МГУ, там в каком-то в садике у них там потравили всех собак, студенты. Ну, кто там пойдет? Только они. Вот. А вот если, допустим, домашнее животное подобрало такую, ну, есть подозрение, что оно такую сосиску отравленную подобрало, здесь как-то можно ему помочь? Можно, вот ветеринар помочь, может звоните, помочь? Звоните к нам, сделаем пробывание, сделаем инъекцию. То есть сразу к врачу спасти можно, да. Можно спасти, да? То есть не надо медлить. Ну, я вам скажу, что если собака такая домашняя, она не будет это хватать, кушать. Она знает, что ее накормят дома. А это в основном голодные бродячие собаки. Они изголодались, они по помойкам ходят, по всем. И если ей там сосиску кинут, а внутри эти таблетки, конечно, она быстро, они глотают, вот если ей кинуть, так она проглатывает сразу все вместе. Эта собака уже обречена. А для людей, какие они могут принять меры безопасности, вы вот как специалист, может, по поведению животного, если вот вдруг встречается со стаей бродячих собак? Да. Ну что, не обращайте внимания, не глядите ей в глаза, не махайте, не ходите. Ну, второе, есть сейчас специальные ультразвуковые такие глушилки, включаешь, собака от тебя отпрыгивает это. Ну, электрошокер, это так, наверное, вряд ли поможет, если крупная собака. Ну да, вот. Уже тут она не, близко не машите, подойдет. Не уже. Машите на нее палкой, не махайте. Если вы идете мимо нее, ну, держите сумку или что там, зонтик как-то вот боком проходите. Вот. Ну, а больше не знаю вам что. Ну, тут, наверное, главное соблюдать спокойствие, да? Просто, да, да, не надо там ухать, не глядите на нее, вот, если это вот как цыгану в глаза глянешь, он к тебе сейчас подбежит, будет денег просить, так и собаки. И тоже такая это, в этой теме проблема немаловажная. Есть люди, которые предпочитают собак опасных пород. И есть такая манера у них, что «Ой, да не бойтесь, наша собачка не кусается». Вот можно было бы услышать, может вот эта собачка, которая не кусается, вроде бы как, все-таки проявить агрессию? И в каких случаях? Вчера у меня был один армянин, он летит в Армению. Везет двух бультерьеров. Но это уже страшнее собаки нет. Да. И, ну, я говорю, слушай, зачем везешь? Он говорит, там у нас бои идут страшные, и собака может стоить 250 тысяч долларов, если она всех победит. К нам масса идут собаки, мы их зашиваем, тут штопаем. И... Которых покусали? Вот... Нет, да, которых в боях участвуют. А, участвуют. Ну, вы возьмите тот же. Ну это я, насколько знаю, ну, Дагестан, это противозаконно. Дагестан, нет? Чечня, вы там смотрите, что там они. Для них это, знаете, ну, праздник национальный, подраться с собаком. Ну, это традиция, что, куда от нее... Вон англичане бокс изобрели, сейчас весь мир дерется, они смотрят, улыбаются, сами-то они уже не дерутся. Время нужно, пока это все устаканится. Вот. Это просто разводят собак именно для боев. Их откармливают, их там, так сказать, биостимуляторами, их, так сказать. И, ну, это надо видеть лица, надо видеть этих людей. Ну, это их национальный спорт, куда деваться. Ну, а вот тем-то, кто рядом ходит, ну, и им-то как быть? Что я вам скажу? Стало меньше таких больших собак, типа алабаев, кавказских овчарок. В былые времена, как правило, их имели люди, которые... Ну, почему-то работники ГАИ больше всего имели, вот, насколько я помню. Ну, они, видимо, что-то охраняли. Вот. Сейчас везде у нас электроники навалом, и содержать собаку в доме, значит, это не нужно этого. Вот. И поэтому уже количество этих собак значительно сократилось. Сократилось количество покусов. Если сейчас идет количество покусов, возрастает, то это только в семейных делах. Хомячок, мальчик засунул пальчик в клетку, он ему тяп. Целые события, то надо исследовать. Хомячки больше, да, сейчас, да, опасность, да, представляют. Да, сейчас, слава богу, люди стали разводить хомячки, всякие мелкие там породы, там терьерчики маленькие, да, баллоночки, левретки, сейчас американские кокер-спаниели там и прочее. Это. То есть людей потянуло больше на, ну, на душевные дела. Да, на что-то милое, да, маленькое, да, небольшое. Да.
Поэтому, в принципе, эту проблему можно вычеркивать. Я понимаю, что сейчас очень масса кошек разводят, причем всякого рода. Ну, конечно, на первом месте это идут британцы голубые, шотландцы. Ну, здесь как-то попроще. И надо отдать должное, вот как-то владельцы кошек, они более такие культурные, что ли. Они всегда приходят на прививки, всегда обрабатывают против глистов. Это же страшное дело, сейчас глисты, вы знаете. Вот, гельминта, точнее, правильно сказать. Вот, но все-таки трудно, но культура людей растет. Вот, правда, с трудом. С виду мы все такие чопорные, красивые. А что не так, он таким матом тебя кроет, что аж хочется спрятаться куда-нибудь в подвал. Дмитрий Иванович, время эфира подходит к концу. Давайте в конце эфира назовем телефон, наверное, да, по которому можно может позвонить, узнать, когда можно подойти на прививку, в том числе от бешенства. Мы работаем с 9 до часа, кроме воскресенья. Приходите к нам, наш адрес город Мытищи, комбиферма, дом 4. Это там, где автодром, где ребята учатся кататься на машинах. Там прям поворот, все, кто знает. Наш телефон 583-7201. Приходите, мы всегда будем рады. Повторяю, прививка против бешенства бесплатная. Напомню, что сегодня у нас в студии был главный ветеринарный врач Мытищинского района, почетный гражданин Мытищинского района Дмитрий Иванович Клеймёнов. Увидимся на телеканале.